друзья, ну что, пойдемте вперед с вами, вперед в Слово Божие. Итак, Слово Божие у нас сегодня, во-первых, надо, вам понравился ли флешмоб? Я думаю, понравился, но вы были в шоке. Те, кто смотрел нас онлайн, это я хотел показать всем, как не должно быть в церкви. Но, к сожалению, эти тенденции есть, когда люди перестают служить, когда перестают отдавать свое время царю, а просто приходят на воскресное богослужение. И сегодняшнее мое слово так и называется – служение как форма жизни. Вы знаете, к сожалению, сегодняшнее общество забывает в обществе благодаря церкви. Вот такие простые вещи, как благотворительные фонды, это было изобретение протестантов 16 века. Богодельни, это помощь бедным, появились в средние века в православной России, здесь у нас, как ни странно. Больницы появились в средневековой католической Европе, там, где людей стали просто лечить на стационаре. Это было все произведение христианской церкви. Я уже не говорю о домах престарелых, которые появились также в Европе благодаря христианам. Даже профсоюзы, это было изобретение сначала пенсионных фондов, и потом уже профсоюзы появились также в протестантской Европе. Это все было произведение, так или иначе, людей, которые были воцерквленными людьми. И вот на протяжении истории мы должны увидеть и зафиксировать этот момент, что люди, служа Богу, начинали служить людям. Вот люди, которые считали себя христианами, которые каким-то образом приходили в церковь, хотели сделать что-то большее, чем просто читать Библию, молиться. И они сделали вот эти сегодня подарки нашему обществу. Но несправедливо мы как-то это все забываем и думаем, ну это само собой разумеется. Да нет, человечество долгое время жило вот без этих вещей, о которых я только что сказал. И вы знаете, многие люди ошибочно считают, что жизнь христианина – это просто приходить в воскресенье на собрание, отдавать какие-то церковные взносы, а членство – это вообще запись в пыльном каком-то журнале. Но нет, друзья мои, наша жизнь вообще во Христе, она подразумевает под собой жертвенность не только финансовую, но жертвенность нашей жизни, нашей деятельности. Давайте прочитаем сразу место Писания, послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Смотрите, Павел говорит интересно: представьте ваши тела, вот наше тело, он говорит, вы должны представить в какую-то жертву. Сейчас уберем за скобки вот эту всякую глупость жертвоприношения и вот это все, что несуразное. Но он говорит, ваши тела, они были каким-то образом созданы Творцом. Их создали не просто ваши родители, зачав вас, но вы были сотворены Богом. Бог запланировал вас. И апостол Павел говорит, предоставьте свои тела вот в эту какую-то жертву, в жертву живую, он говорит, святую и благоугодную Богу. То есть, значит, когда Бог радуется за тебя, радуется за твою жизнь. И дальше говорит, интересно, после запятой, для разумного служения вашего. Говорит, включи мозги, просто подумай о каких-то вещах, и ты поймешь, что твоя жизнь – это служение. Оно всегда служение. Ты всегда кому-то будешь служить. И это просто аксиома. Только либо ты будешь служить своему чреву, либо будешь служить просто своей лени, либо все равно какому-то клубу. Вот чему-то ты будешь служить. Либо будешь служить Богу, а тем самым будешь служить людям. И вот этот вопрос, он так и висит. Вот где мы и кому будем служить? Интересно, что Павел начинает этот стих такими словами. Он говорит, смотрите, и умоляю вас. Вот удивительно, он не сказал, ну, подумайте или попробуйте. Он говорит, я вас умоляю, просто служите. Потому что если вы не будете служить Богу, вы будете служить дьяволу. Вот без этого никак, невозможно. И надо же, наша жертва всегда выражается в нашей посвященности. То есть если мы чему-то посвящаем, вернее, мы жертвуем, мы хотим служить, если, то это обязательно посвящение. Ты говоришь, я хочу посвятиться, я посвящен чему-то. Это требует времени, финансов, это требует твоей деятельности, и это во благо. У тебя на самом деле огромное количество времени. Вы знаете, удивительно, я вот тоже задумался и думаю, вот общество современное, оно так или иначе открывает какие-то клубы, хобби, там спорт, еще что-то. И обратите внимание, это требует реально посвящения. Ну отдайте своего сына или дочку свою какую-нибудь секцию. Вы сразу поймете, что кружок будет требовать
транспортных расходов, доставки туда. Потом тренер будет требовать, чтобы вы присутствовали сначала на тренировках, потом на соревнованиях, потом купили форму за свой счет, потом вы поехали еще куда-то на соревнования. И все это ради какого-то иллюзорных каких-то побед и какого-то кубка, знаете, или значка. Носи дурачочек, получишь значочек. И вот мы как-то люди, у нас нет в России особенно этого иммунитета против вот какой-то туманной посвященности. Вот на Западе есть, правда, люди как-то хорошо взвешивают. У нас как только поманит какой-то конфеткой, ой, ты что, а вдруг твоя дочка попадет в сборную России? И? Ну, потом они вдруг выиграют на чемпионате Европы. И? А ну, вдруг станут чемпионом мира, вдруг. И? И потом и станет Месси. Подождите, футболист Месси один на сотни миллионов. Сотни миллионов. Ты действительно хочешь посвятить свою жизнь вот этой иллюзорной борьбе, чтобы через сколько-то лет твой ребенок оторвался от семьи, поломал, может, себе руки и ноги и, в конце концов, просто стал школьным тренером. Ну, может, и надо кому-то. Но просто подумайте, к этому ли призвал тебя Господь. Может быть, просто можно заниматься физкультурой? Просто физкультурой. А не посвящать свою жизнь просто чему-то иллюзорному. Вы знаете, я вспомнил одного пастора, моего друга, европейского, и вот он интересную мне историю рассказал. У него дочка в старших классах стала хорошо играть в баскетбол. И она играла, они что-то играли, потом школа их победила, потом объединилась какая-то команда городская, они победили где-то там в своем районе, и пришел тренер по баскетболу и сказал, она подает такие надежды, что она может попасть вообще в сборную, ну, нашей страны, в сборную попасть. И говорит, только вам надо переехать в другой город. Вот подумайте, и вы всей семьей, и зато представьте, если мы выиграем на чемпионате Европы, она будет войдет в команду таких, потом Олимпиада, потом еще чего-то. И он говорит, мы успокоились, сели всей семьей и обсудили, что нас ждет в перспективе. И говорит, мы должны переехать в другой город. Значит, другие братья и сестры должны поменять школу. Значит, мама должна поменять работу. То есть мы должны все работать вот на тебя, на иллюзорную твою какую-то команду. И мы должны еще тратить большое количество денег. Мы готовы? И потом дочку спросили, ты готова? Ей там было 16-17 лет. Она говорит, ну, я не вижу себя, кроме амбиций, вот в этом будущем. И все, девчонка спокойно играет в баскетбольной команде школы, спокойно заканчивает сейчас университет и учится совсем на другой специальности. И благодарит Бога, что тогда не поддалась на вот это посвящение иллюзорное спорту. Ни в коем случае я не хочу, чтобы вы сейчас в моих словах услышали, что я против спорта, против хобби, против еще чего-то. Ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы вы осознали, что есть много идолов в нашей жизни. И эти идолы, они легко заменяют посвящение и настоящее служение, для которого вы были созданы. Созданы как личности. Вот я бы хотел, чтобы вы просто заострили внимание на каких-то вещах, что нужно знать вообще о служении Богу. Вот что нужно об этом хотя бы просто знать. И первое, о чем апостол Павел пишет и говорит, и это четко выходит из его идеи. Первое, что человек всегда будет кому-то или чему-то служить. Человек всегда, всегда, запомните, будет кому-то или чему-то служить. А вот кому – это большой вопрос. Евреям 9 глава, 12, 13, 14 стихи. Здесь апостол описывает, за что была принесена жертва Иисуса Христа. И Пасха будет на следующей неделе. Пасху мы будем праздновать как воскресение Иисуса. Иисус за что-то умирал. Понятно, что за наши грехи, но интересно, в тексте есть еще одна интересная мысль. Послание к евреям, с 12 стиха. «И не с кровью козлов и тельцов, то есть не с кровью жертвенных животных он вошел в святой святых, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть он вошел в небесный храм, невидимый нашему глазу, и он принес свою жертву, свою кровь перед всемогущим Богом. Для чего-то, чтобы дать нам вечное искупление. Ибо если кровь тельцов, козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче, он говорит, то насколько больше, кровь Христа очищает нас, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу, слушайте внимательно, от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Здесь как будто бы апостол прям ревнует. Он говорит, ребята, сколько на земле мертвых дел. Они иллюзорные,
Они вроде бы даже тебя влекут. Они говорят, да, бизнес можно сделать. Можно сделать там, можно то. Сейчас вот не модно, церковь это не модно. Сейчас вот это модно. А Бог говорит, это мертвые дела. Они совершенно бессмысленны для вечности. Человек вообще такое существо, оно себя как-то хочет увековечить. Вот даже психологи говорят, что многие архитектурные произведения, произведения искусств, живопись, люди делали это ради того, чтобы как-то вот обмануть самих себя и переступить черту своей смерти. Ну, чтобы оставить себя в веках. Даже древние люди ставили эти дольмены из мегалитов, больших камней, или рисовали, знаете, наскальные рисунки, для того, чтобы как-то передать свою сущность следующим поколениям. И вот ты заходишь там, смотришь Сикстинскую Мадонну, и ты говоришь, о, какой живописец! А когда он жил? О, 400 лет назад. И вот люди все делают, чтобы каким-то образом продлить свое существование. Вот что-то должно придать смысл моему существованию. Так вот, друзья мои, здесь Павел говорит, и вот эти дела все равно мертвые по сравнению с тем, к чему Бог нас реально призвал. А вот это мы зачастую забываем. Забываем то, что простое прославление, оно приносит больше плода. По крайней мере, люди спасаются через это. Люди могут просто мыть храм и тем самым служить Богу. Люди могут стоять в группе порядка, делать что-то для других людей, для того, чтобы нам всем жилось лучше, и чтобы люди смотрели на церковь как на что-то яркое и интересное, и важное для их жизни. Второе, и очень важное, второе. Враг душ человеческих всегда ищет альтернативу служению Господу. Вот враг душ человеческих, сатана, он всегда пытается нас чем-то занять, чтобы у нас не было ни времени, ни желания, да просто мы были всегда уставшие. И мы говорили, да некогда мне служить Богу. Когда мне быть в группе порядка? Когда мне ездить на миссионерские поля? Когда мне ходить на гардероб? Вчера была вообще потрясающая акция «Гардероб». Вчера я приехал туда, в торговый центр «Сокол». И вот приехал и думаю, ну вот представьте, мы живем в таком обществе, где евангельских христиан, скажем так, не приветствуют. В других странах где-то приветствуют, где-то они вообще гонимы, а у нас 50 на 50. Мы сделаем что-то великое, и как будто это все погаснет в информационном шуме. Кто-то там, знаете, какой-то бизнесмен пукнет и что-нибудь подарит там нищему рубль, и уже все, напишут во всех новостях, особенно я живу в городе Бор, там вообще на бору какая-то была, ну сейчас, может, изменилось, но одно время назад прям шиза какая-то была, какой-нибудь местный олигарх, что-нибудь вот сделает, вот банку поставит с цветами где-нибудь в магазине, ее сфотографируют везде, все в новостях, а вот такой Вася Пупкин там поставил вазу с цветами где-то. Мы же можем прибрать весь Бор, почистить, реабилитацию сделать. Нас в упор не увидят. Так вот, и вот на этом фоне мы вдруг делаем вот здесь, в торговом центре, гардероб. И я вот думаю, сама идея гардероб пришла всего к паре человекам. Два человека просто придумали идею, Юля и еще кто-то. Пришло им в голову собирать вот эту одежду у людей, хорошую, ее чистить и раздавать людям бесплатно. Вы знаете, я подумал, вот время служения, это даже не для них, даже не для людей, это для меня. Мне хорошо от этого. Когда ты служишь, ты понимаешь, как будто Бог тебе улыбается. И вот у нас в торговом центре, там, где нас не почивают, у нас нам разрешают включать прославление. Идешь по торговому центру, а там, аллилуйя, Иисус Господь. Думаю, счастье-то какое. Люди все понимают язык добра, все до одного. Они 100 раз могут тебя не любить, а одежду нашу берут, потому что она хорошая. И потому что она бесплатная. Тем более, что ты идешь по торговому центру, написано, вот там скидка 10%, потом 50%, человек уже дышит неровно, потом ему 70% скидка, потом дальше ликвидация, 90% скидка, и он уже готов, а тут рядом бесплатно. Представьте, это мы с тобой, те, которые служат, которые активны. И я бы сегодня хотел вдохновить вас и дать вам простые посылы, ребята, поймите, когда ты служишь Богу, у тебя нет времени на дурные мысли. У тебя нет времени быть наблюдателем. Иначе мы становимся вот такими людьми, которые все равно будут служить кому-то и чему-то, но просто это будет не просто не Бог, а это будет вообще дьявол. Клубы свои не заставят тебя ждать. Либо ты посвящен Богу, ну, либо ты посвящен самому крепкому нижегородскому клубу российскому, клуб алкоголиков и наркоманов. Вот там посвящение нужно 100%.
Дьявол не скажет тебе, ну, хватит уже, пора на семью хоть что-то оставить. Нет, там уж посвящение полное. И здоровьем, и деньгами, и семьей. Все кладут на это посвящение. Смотрите, что Иисус говорит. Не я, и даже не апостол Павел. Вернее, простите, не апостол Павел, и даже не я. Нет, наоборот. Не я, и даже не апостол Павел. А в Матфея это говорит сам Иисус. Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот удивительно, Иисус говорит, вы не можете служить страстям этого мира, мертвым делам, просто посвящая время, зарабатывая деньги. Вот тут происходит один интересный такой дуализм. То есть, с одной стороны, протестанты, евангельские церкви впервые заговорили о том, что, читая Библию, мы видим, что люди Ветхого Завета были богатыми людьми. Соломон был богатым, Давид был богатым, Авраам был богатым человеком, Иов был очень богатым человеком. И мы видим, что эти люди служили Богу, и у них был достаток и благосостояние. И мы, как протестанты, стали говорить, смотрите, нет, Библия не имеет ничего против богатства, но теперь чик, заковырка, очень важная. Интересно, что Иисус здесь говорит, вы не можете служить двум господам, но невозможно. Тогда получается, что же здесь, о чем речь? Да речь о том, когда ты служишь Богу, почему-то финансы и обеспечение приходят сами собой. Иисус не зря сказал, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Ну, не Иисус, но Писание говорит. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Вот оно приложится. Как будто бы Господь говорит, слушайте, вот чем вы больше ищете финансов, чем больше вы ищете мирского и мертвого, тем у вас еще и больше забирается. И чем больше вы служите Богу и в простоте сердца делаете свой бизнес, то как будто бы и деньги прилипают как-то лучше. Я не понимаю, как этот работает механизм, но он почему-то работает. Я помню одного пастора, вернее не пастора, он человека, который хотел стать пастором, реально хотел. И он уже вот прям близок был к этому. А потом где-то надломился и говорит, да ну, посмотрел на кого-то, да пасторы бывают нищенствуют, вот у них там тяжелая жизнь. И стал заниматься бизнесом. Потом я с ним стал разговаривать, он говорит, парадокс. Ну да, что-то я там заработал, ну не ах, какие золотые горы. Но, говорит, расплатился семьей, семью потерял, расплатился детьми, детей потерял, говорит, здоровье потерял, вернулся к каким-то старым страстям, от которых уходил. И говорит, сейчас с трудом спасаюсь-то. И думаю, надо мне было идти этим путем. Почему я не посвятился в свое время Господу? И вот 10 лет миновали, и я смотрю и думаю, где человек дал этот сбой? Я не знаю. 1 Коринфянам, 10 глава, 14 стих. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Апостол Павел говорит, убегайте от идолослужения. Идолослужение – это все, что заменяет собой посвящение Господу. Все, что ворует твое время, которое ты мог бы посвятить, может быть, домашней ячейке, посвятить детям, посвятить служению детской церкви. Ты мог чем-то послужить церкви. Ну, пастор, у меня такие таланты, я даже не знаю, чем я могу послужить. Ну, придумай тогда что-нибудь. Говорит, гардероб же кто-то придумал. Ну, кто-то же придумал когда-то открыть больницы. Ну, кто-то же придумал эти богадельни. Мать Тереза как-то же придумала в Калькутте открыть эти лепрозории и другие места для больных людей. То есть, каким-то образом люди что-то придумывали сами, если им не предлагала церковь. Но я убежден, что самую лучшую платформу для служения Богу может как раз предоставить церковь. Просто нужны люди, которые будут это все делать. Третье, на что бы я хотел обратить внимание. На самом деле, все люди хотят служить чему-то, что придавало бы смысл их существованию. Вот все люди все равно хотят служить чему-то, что придавало бы смысл их существованию. Но многие, к сожалению, они теряют эту цель и живут, как Джек Лондон описал в своем произведении «Морской волк», и там главный герой рассуждает о матросах и о медузах. Мне так понравилось это место. Он говорит, медузы, говорит, они движутся, чтобы есть, а потом есть для того, чтобы двигаться. И говорит, чем это отличается от наших матросов? Показывает, они там что-то копаются. Он говорит, вот матросы наши тоже так же живут. Говорит, они работают, чтобы поесть. Потом поедят, чтобы силы были работать. И говорит, чем отличаются медузы от матросов? Вот так много людей, вот ничем не отличаются. И главное, что интересно, они думают, что при этом они бездеятельны.
они деятельны. Только то, что их ждет потом к разрушению. Я, знаете, вырос в городе Бор, даже не в самом городе Бор, а такой есть поселок Дружба. И вот я вообще думаю, как мы нормальными людьми там стали, вот с Вадимом Николаевичем Шаровым, который здесь сидит. Там же вообще в этой местности нормальные люди не вырастают. И я убежден, что это как-то вот Господь просто повлиял на нас. И я помню эти школьные дискотеки наши 80-х годов. Я ребенок 70-х, и вот 80-е годы, школьная дискотека. Нам как-то учителя даже предоставляли платформу какую-то, чтобы мы там что-то танцевали. И вот я всегда помню, все пацаны по стене вот так сидят, дрык-дрык-дрык-дрык, и только девчонки танцуют. А вот эти все наблюдатели только оценки дают. Ага, там что-то курят, смотри, как та двигается, как ты. И я думаю, вот я приходил на эту дискотеку, ну я правда танцевать хотел, ну реально. А вся атмосфера, она так тебя заволакивала, что ты не можешь быть актором здесь, ты можешь быть только наблюдателем. Вот наблюдатели – это те, кого оценивают пацаны. А вот те, кто акторы – это какие-то чмошники, какие-то люди такие мелкие. Но что удивительно, что годы прошли. Вот все, кто акторы были, то есть те, кто создавали атмосферу, кто что-то занимался, кто аппаратуру наставлял, они до сих пор нормальные люди. А вот эти все, кто сидели рядами, они все в тюрьмах, на зонах и закончили наркоманами. Почему? Потому что кажется, что вроде бы ты не участвуешь, ты наблюдатель, а на самом деле ты принадлежишь этому клубу неудачников. Просто клуб, который требует серьезного посвящения. Надеюсь, ты со мной, дорогой мой. Итак, мы ищем чего-то, что придает нам значение. Друзья мои, Бог предоставляет вам это все. Он вас создал уже как членов общества Христова. Даже слово «член», вдумайтесь, оно в русский язык пришло из Библии. Вообще любое членство, членство в команде футбольной, членство в профсоюзе, слово «член» откуда? Член – это член тела. И этот образ пришел из Библии. И давайте мы, кстати, его и прочитаем, этот образ. Римлянам 12 глава с 4 стиха. И закончим как раз четвертым пунктом. Не закончим, а подчеркнем. Четвертый пункт как раз, что надо знать о служении Богу, это члены тела всегда служат и друг другу, и внешне. Только члены служат друг другу. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Павел говорит, мы члены, как одного тела, если вдуматься. Ухо зачесалось, что ты делаешь? Ну, рука тянется к уху, так ведь? Ну, не язык же, рука, она ответственна за это. Глаза увидели собаку, глаза говорят ногам, бегите, а то все сгинем, и глаза, и ноги. И ноги бегут. Почему? Потому что понимают сигнал от глаз. И мы вот так живем, потому что мы взаимозаменяем, не заменяемы, а взаимоскрепляемы. Мы каким-то образом влияем друг на друга, как члены тела. И об этом Павел говорит. Друзья мои, у нас есть разные таланты. И в этих разных талантах мы способны проявиться для блага Царства. У нас в церкви есть айтишники. У нас есть люди, которые хорошо разбираются в социальных сетях. И я прям грущу бывает, когда смотрю, особенно там молодежь. Все, чем занимается, это пиарит себя самих. И я думаю, ну почему я захожу в ТикТок, в этот безумный, знаете, канал, где люди выставляют все, что угодно, и почему-то там мусульмане проповедуют налево и направо ислам. Кругом они постоянно рассказывают о превосходстве ислама над христианством. Причем удивительно, что и как-то законы наши не работают. Законы же говорят о том, что нельзя, чтобы одна религия превозносилась на другой. Но кругом христиане то, христиане это. И я думаю, а где христиане? Где вот эта молодежь? Я не могу уже сидеть в ТикТоке, мне уже скоро 50. Но молодежь, пишите, почему вы не можете защитить свою веру, рассказать о том, во что вы верите, рассказать о том, что их представления о нас совершенно неправильные. Не об этом мы думаем. Но почему-то вот крайне мало христиан в ТикТоке. Но себя пиарят. И что интересно, Павел говорит, это мертвое дело, пойми, оно мертвое, за ним ничего нет. Вот ничего нет от Инстаграма. Ты только теряешь свое время, теряешь свои нервы и только мучаешься от этих вот картинок, что у кого-то лучше. Посвяти даже свой Инстаграм, посвяти свой ТикТок, посвяти время. Вот именно то, чем ты можешь послужить Богу, если ты действительно в это веришь. Вы здесь со мной, дорогие? Итак, 1 Паралипоменон, 9 глава, в 3 стихе сказано, что в Иерусалиме
собрались иудеи. И написано, в Иудее, в Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и сынов Вениаминовых, и сынов Ефреновых, и Манасиных. И перечисляются большие-большие поколения. И вдруг 13 стих говорит, и братья их, главы родов их, 1760. Люди, отличные в деле служения в Доме Божьем. Вот вдруг среди этого большого количества израильтян, среди большого количества этих колен израильских, вдруг стоит такая фраза в тексте. Вот было братьев каких-то, ну, братьев, имеется в виду просто братья их, 1760 и потом тире, люди отличные в деле служения. Бог их выделяет, Он говорит, они отличаются от всех, потому что они как-то особо служат Богу, с особой страстью. У них есть какое-то особое посвящение. Они не смотрят на остальных, как остальные там занимаются ерундой. Они говорят, мы будем служить, все будет нормально. К сожалению, особенно молодежь подвержена вот этому, знаете, взаимным оценкам, даже в церкви. Один не служит, другой не служит, и третий говорит, а что я, рыжий что ли? Вон их 5 человек пасторских там, детей, никто не служит. А я что буду служить? Зачем мне это надо? И начинается вот это вот, знаете, ненужность какая-то. Какое-то, знаете, чувство такое пренебрежение служения в Доме Господнем. Но здесь написано, что вот эти 1760, это была небольшая группа людей на фоне всего народа. Написано, вот они, вот эти ребята, они были отличные. Вы знаете, закон Паретта никто не отрицал, никто его не отменял. Закон Паретта гласит, что 20% людей, как правило, делают 80% работы в любой организации. И наоборот, 80% оставшиеся выполняют только 20%. Так вот, я так себе подумал, думаю, в церкви то же самое. В церкви всегда 20% выполняют всю практически работу церкви. Все будут, они будут проповедовать, они будут служить. У меня есть люди, которые вот сидят даже здесь на переднем ряду, не потому что они крутые и обалдевшие от жизни, а потому что реально я в любое время могу позвонить вон Роману Миронову, могу сказать, Роман, слушай, вот последний даже раз было, ночная молитва была, кто проведет, не знаю, бросили в 12, кто? Да я знаю, Роман всегда откликнется. Ну, если он живой и здоровый, значит, он скажет, я проведу. И я знаю, это его природа, он 26 лет служит, ничего за это не получая. Только, может быть, по лицу иногда. Не от меня, от дьявола. Так вот, друзья мои, и представьте, и этот человек все равно служит. Я знаю, что в любое время суток практически я могу позвонить Олегу Савельеву. Он как скорая помощь, я даже внутри мы с женой называем, скорая помощь. Что-то надо привезти. Олег там, туда-сюда. Какое-то есть посвящение, я вижу, у Эдуарда Чупрова. Постоянно это желание во что-то вложить свои финансы. Всегда что-то, ребята, давайте сделаем, давайте покрасим, давайте купим, давайте вложимся. Просто обычный служитель, обычный брат во Христе. Все остальные тоже так же служат. Я кого, может быть, забыл, но много служителей. И вот я думаю, 20% служат, выполняют 80% церкви. И представьте, если мы этот актив поднимаем до большего количества людей, до 1000, например, если служат сегодня 200 человек, до 1000, то и церковь автоматически вырастает до других количеств. Работает закон Паретта. И вот здесь мы это видим совершенно ясно. Лука, 8 глава, сколько много мест Писаний, но такие чистые, сильные. Итак, Писание говорит, Лука 8:3, некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, смотрите после запятой, которые служили ему имением своим. Вот мы знаем про апостолов, про 12, они всегда впереди, как и у нас тоже, знаете, впереди 12. Мы знаем о них, но что удивительно, что были еще какие-то женщины, о которых Евангелие упоминает мало. Но вдруг написано, они служили, и Библия упоминает женщин, в большом количестве женщин, и дальше говорится, написано, и многие другие, имея в виду тоже женщины, которые служили ему своим имением. Имение это не значит, что просто ходили, деньги раздавали. Имение это значит, то есть всем ресурсам, который у них был, у них были какие-то слуги, у них были какие-то поля, у них были дома, они предоставляли служение Иисуса. Вот Иисус для тебя. Вот осел для тебя, на котором ты должен приехать в Иерусалим. Вот для тебя там мясо. Вот мы приготовим. Вот мы сделаем горницу для твоих учеников. Вот мы принесем пищу для них. Иисус ценил этих людей, поэтому запечатлил их на страницах Евангелия.